Привет! Сегодняшнее видео посвящено такой теме — разложение хлората калия, калий-хлор О3. Это вещество также называют бертолетовой солью, в честь французского химика Бертоле. Хлорат калия под действием температуры и в качестве катализатора используется оксид марганца, марганец О2. Мы написали над стрелкой эти условия протекания реакции. Раскладывается на калий, хлор и кислород. Таким способом получается кислород. Коэффициенты мы уже поставили. Реакция уравнена. Напомню, что катализатором называется то вещество, которое ускоряет химическую реакцию, но само не расходуется в процессе химической реакции. Если это видео было вам полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пока!